У нас сегодня будет острая FIFA, и ко мне пришел чемпион, победитель суперкубка УПЛ Токи. И чтобы у меня был шанс выиграть, я решил ну, такие правила. У нас есть острый перец. Этот перец острее перца чили 80 раз и острее табаско 20 раз. Правила такие, очень простые. До начала матча мы едим по одной штучке и начинаем играть. Потом, если ты забываешь вдруг, веселый тебе забить мне, я съедаю перец, а ты пьешь из глоточек выпить молока. Ну, я тебе сразу поправлю. Настоящие фиферы не закусывают и не запивают. Ну, а ты запиши. Сейчас проверим, что дальше пошли, да? Этим челленджем перец пошел. Этим челленджем мы анонсируем старт Академии Киберспорта Джим при поддержке DX Racer и Razer. Правильно сказал все? Платформу. Ага, и платформу сейчас сказать надо.